Всем привет! Сегодня мы в городе-курорте Гагра. Это «Записки туриста» и с вами Алексей Старков. Мы отправляемся в волшебное путешествие в открытое море с яхт-клуб Гагра. Поехали! Яхт-клуб Гагра представляет 14 гидроциклов, 2 прогулочных катера «Калипсо» и «Ураган», а также двухпалубный катер «София». Множество бананов и таблеток, на которых вас сногсшибательно прокатят по открытому морю. Вы посмотрите дельфинов, пофотографируйтесь, погладите, покормите их своими улыбками. А также самые интересные ребята организуют 3-часовую рыбалку в открытом море. Добро пожаловать в Гагру, ребят! А сейчас поехали кататься! Мы в открытом море, за мной Гагра, а также прогулочный катер «София». Яхт-клуб Гагра представляет вот это путешествие. Мы сейчас на катере «Калипсо» и будем плавать в открытом море. Кушайте! Вот такие яркие впечатления подарил нам яхт-клуб Гагра. Вы все видели своими глазами. Записки туриста рекомендуют.